Пожежа забрала життя вчителя фізкультури. В одній з загальноосвітніх шкіл Дніпра вночі палала підсобка спортзалу. Причини займання встановлюють правоохоронці. Повна ліквідація пожежі вклалася в годину. Залучили 12 людей особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. На місці знайшли труп чоловіка. Заняття у школі наступного дня не припинили. Проходив ремонт кровлі в цій школі. Человек пришел посмотреть, что, как сделан ремонт, заметил, что подтекает кровля, поставил тазики, чтобы не текла кровля, ну и лег отдохнуть. Уже человек был в возрасте, поэтому лег отдохнуть. Сейчас имеются 2 предполагаемых причины. Одна причина – это короткое замыкание электрообогревателя, вторая причина – что он мог закурить. Юрий Алексеевич Третьяк. Работал в этой школе 46 лет. 19-летним юношей он пришел работать в школу. У него единственная запись в трудовой книжке. Недавно, 7 числа, ему исполнилось 68 лет. Да. Очень больно, очень тяжело нам всем.